Друзья мои, всем привет! Вы на канале Fox Tales. С вами Катерина, это Star Sand. У нас тут в пустыне наступил довольно симпатичный вечер. Смотри, даже сияние Млечного Путя виднеется. Ух, как красиво! В общем, я сейчас хочу сделать следующее. Разрубить пальму. У меня готовится мясо. Сделать веревки зваи и сделать указатели. Думаю, что с утречка, пока не сильно будет нагревать солнышко, мы прогуляемся до какого-нибудь местечка. Подальше разведаем территорию. Вот. Будем потихоньку двигаться вперед по изучению данной местности. Темновато, но я быстро все соберу. Вот. И мы с тобой завалимся отдыхать. Кокосик, конечно, тоже возьму. Так ни хрена не видно. Надо сделать факел, я так думаю. Да, как у нас делается факел? Это очень полезный инструмент. Веревка, бревно. Ну, в принципе, я сейчас вот это все наберу. И быстренько ляжем спать. Потом сделаем факел. Ночью будем бегать факелом. С другой стороны, когда у нас в руке факел, то мы не можем брать топор. Там вариантов не так много. Давай ляжем спать. Комары нас жалят. Лягушки квакают. Офигеть. Смотри, сколько у меня мяса. А сколько я есть хочу? А я есть очень даже хочу. Давай финики слопаем. Подожди. Да не то, не то. Так, финики дай-ка мне. Ни разу еще финики не пробовала. Опа. Значит, как-то они так слабовато набирают, да? Ну, ладно. Легкий ужин и баюшки бою. Давай сохраню игру. Угу, и спать. Все, перекусили, теперь спим. Сейчас какую-нибудь мудрость нам тут на экране покажут. Но опять же, мы спим всю ночь безмятежным сном, без сновидений. Хотя у нас был довольно насыщенный прошлый день. Мы убили двух многоножек. Они убили меня. У нас баш на баш. Партия в ничью, получается, сыгралась. А посмотрим, как в этот день у нас они появятся или нет. Я так думаю, что, наверное, каждый день будут появляться, а не по утрам. Но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы они были каждый день. По одной простой причине, что хочется иногда заниматься совсем другими делами, нежели просто биться со всякими орангутангами. Так, подожди, вот так вот. Мясо насыщает просто на ура. Еще мы сделали в прошлой серии неплохую вот эту вот штучку. Ага, вот тебя. Флягу. Сейчас мы ее наполним. Говорят, ее... Вот. Говорят, она очень хорошо задерживает воду. Ее надолго хватает. Ну, мы напились. Все. А теперь указатели. Быстро делаем указатель. Для этого надо веревку. Вот смотри, мне нужна только веревка. Палки есть, три... Нормально, три указателя. А двинем мы в следующую сторону. У нас вот здесь было, мы здесь с тобой находимся. Давай вот в эту сторону сходим. То есть по указателю попробуем пробежаться дальше. Я не знаю, хватит ли нам немножко времени на то, чтобы не словить полуденный солнечный удар. Одежды пока нету. Ткацкий станок, я не знаю, как сделать. Думаю, нужно дойти до какой-то точки, где, может, новый оазис появится. Может, мы какие-то руины найдем с ткацким станком. Хрен его знает. Забираемся на тот бархан. Вот. Но надо... Это я? Это не я. А слушайте, а как я вообще себя по карте буду видеть? Так, смотрим, значит, вот так у меня компас будет стоять. Угу, все, поняла. Красненькая будет справа. Сейчас красненькая слева, а красненькая справа. И вот так пополам. Хорошо. Солнце начинает жарить, но пока еще нормальненько. Я надеюсь, что вот точки жизни не будут раскинуты сильно далеко. Ох, ёпарасоте. Пережито 5 дней. А это да, это я могу, это хорошо. Так, что мы еще видим, да? Мы еще пока видим. Бежим по прямой. Давай вот до туда сжахнем и рванем назад. Поставим указатель. Вот потихонечку в разные стороны будем ставить. Здесь ничего нет. Вот эти кусты, кстати, можно ли их собрать? Ладно, не будем отвлекаться. Температура повышается. О, тихо, вот так вот. Все, идем прямо четко по компасу. Мне не нравится такой компас. Но он какой-то маленький, какой-то вот не... север, юг, запад, восток. Так-то я понимаю, но непривычно немножко мне на него ориентироваться. Но думаю, мы сообразим.
Пока просто пейзаж скучный. Бежим, болтаем. Песок из сандалий наших будем потом вытряхивать. Главное, чтобы песок с нас не посыпался в виде праха. Я надеюсь еще, что на меня... Ёпа-мать. Вук, ты ли это? Колорадский, видал, полосатый? Охереть. А там что-то прямо это, да? Давай указатель поставим. Так, указатель надо изготовить. Ну ладно, пусть пока один. Где это? А вот я сейчас жахну указатель, я пойму, где я нахожусь. Умная Катя. Ага. Так, смотри. Как тебя крутить? Кручу, верчу. Указатель... Я не понимаю, куда вот он указывает. Вот так вот, мне кажется, его надо поставить. Сейчас опять неправильно поставлю, потом буду... Вот. Во, правильно, показ, говорит, дом твой там, мать. Вот сюда тебе бежать. Ну вот, вот так вот. О, четко. Где мы находимся? Охренеть, а на два шага отошли? На самом деле, а по ощущению очень далеко. Видишь, какая-то мгла там. Ну давай до мглы добежим. Я очень хочу нарваться на что-нибудь интересное. Слушайте, а эта мгла отодвигается. Чувствую я, что все интересное будет в какой-нибудь жопе мира. Где-нибудь совсем далече, далеко. Давай вот на этот бархан. Бляха на наха. Давай вот до той вон штуки добежим. Назад, назад, назад. Не отображаюсь я на карте. Никаким образом. Только получается, если указатель я увижу, я так и смогу сориентироваться. Ну, плюс ко всему, мой компас меня ведет. Ну, блин, это тяжело. Вон указатель мой. Вот к этой херовине подойдем и рванем назад. Что мы будем сегодня делать? Я думаю, мы... Продолжим строить маленький мини-домик. Тихо, теперь пешочком. Теперь пешочком выпьем еще водицы. Хорошо. Мини-домик построим, потому что... А вариантов-то не так много. Может, вот эти сталактиты за что-то отвечают? Ну вот, типа... Метки указательные, но инопланеты. Мы сейчас к ним подойдем, они засветятся. Я помню, вон у меня знак. Вон он виднеется, да? Но в любом случае я соображу по компасу. Может быть, ко всем этим знакам надо подойти, вот этим к столбам, и что-то появится. Может быть, какая-то вот надпись, типа, тебе надо сходить туда-то. Хрен его знает. Пока непонятно. Возможно, на... Вот где мой... Ну, мне вон туда. Мне вон туда бежать, это точно. Может быть, на какой-то опять 10-й, 20-й день что-то новое появится. Мне какая-то подсказка будет. Пока я просто бегаю, как дурак дураком. Ну и чё? От солнышка только спряталась. Так, вон нам туда. О, а это вот... Видишь вот эту хрень? Так, если нам туда, значит, давай еще один указатель поставим. Давай сразу два изготовим. Пусть он нас указывает вон туда. Я же правильно понимаю. Я правильно понимаю. Все нормально. Нет, шестой. Ага. Ага, нормально. Я хочу посмотреть. Вон там какая-то фигня коричневая. Коричневая. Что-то там есть. Сделаем ориентир такой. Может быть, надо вокруг оазиса по кругу расставлять знаки, чтобы типа туда-туда-туда. Но я первый раз вижу карту, на которую я не отмечаюсь. Ну, то есть, меня по ней не видно. Я не понимаю, куда я бегу. Блин, ну, там что-то есть. О, ребят, там реально что-то есть. Пошли. Сейчас, нормально, пока энергии хватает. Пока температура еще более-менее. То есть, утром можем... Утром можем оббегать и вечером. О, а это новый оазис? Или это мой оазис? Да нет, это не мой. Мой во... А где мой? А где мой? Это мой.
Да, это мой. Нет, это не мой. Ёпа-мать, вы кому доверили карту? Ну, вы кому... Офигеть. Это какие-то хрени ходят. Чёх ты, ёх ты. Слушайте, а мне туда идти, что ли? Блин, я же блудилась. Так, я вот здесь ставлю указатель. Быстро. Он у меня должен быть... А что, мне не изготовился? Хер его знает, в какую сторону. Ну, вот так пусть будет. Теперь на карте как-то вот это... можно поставить, что это... Вот здесь... Оазис. Я вижу, что здесь есть какие-то животные. Больше похоже то ли на гиен. О, температура повышается. Да, смотри, на гиен похоже. Офигеть! О, охренеть! Это гиены. С гиенами. Офигеть! Это что-то новое. Я не хочу умирать, ребята. Меня увидел, да? Ёпа-мать! Как прикольно! А! Что такое? Что такое? Жарко тебе? Палку подбери. Пошли в тенек. Прикольно как! Мы сейчас в тенечке заделаемся. Слушайте, если у меня получится поставить палатку, я здесь, конечно же, разобью палатку. По одной простой причине, что мы здесь можем переночевать спокойно. Нифига себе! Ух ты! Я такая радостная. Скажу, ты что радуешься? Ну, блин, я, если честно, думала... Месторождение металла? Я, если честно, думала, что у нас сегодня будет немножко непродуктивный забег. А он оказался очень даже продуктивным. А фишка в другом. Вернуться домой. Есть. Металлическую руду добыли. В снаряжении нет места. Блин. Ну ладно, нет снаряжения места. Вода пить. Блин, я довольна. Мы нашли новое место жительства. Здесь есть вода. Здесь я не вижу пальмы, я вижу юку. Но юку тоже можно срубить. Давай здесь поставим маленькое укрытие. Что у нас? На веревки не хватает. Веревку можно сделать? Нет. Ну, мы сейчас рубим юку, и у нас будет веревка. Это круто. На самом деле, это не так далеко. Мы пошли вот сюда. Значит, это наш указатель. Вот так. Как бы мне вот так вернуться? Я заблудил еще. Я буду... знаешь, как можно ставить указатели, по ним ориентироваться, наверное. Тихо, что-то еще было? Попробуем побиться с гиенами. Ну, естественно, сохранившись. Естественно. Я ж не дура-то это, без сохраняшки-то на бедных жевательниках попадать. Слушайте, я, по-моему, компасом не особо правильно-то думаю, запоминаю. Ориентируюсь на нем, пробую его в деле. Надо как-то посоображать, как им лучше пользоваться, чтобы не ошибиться. Так, стоп, в тенек лучше забуримся. Ну, я думаю, мы палатку поставим вот здесь. Вообще, место просто пушка. Просто великолепное укрытие. А, в снаряжении нет места. А давай с тобой пустынный фрукт, жажду, голод. Давай кокос выложим. Ага, съедим его. Вот здесь тенечки, я надеюсь, что... А чё у меня это? Я же в тенечке нахожусь. Почему у меня... Нет, температура не спадает. Ну, что-то не особо. Ну, вот 40 градусов хоть стало. Хоть чуть-чуть получше. Изготавливаем. Так, костер, в принципе, тоже можно изготовить. Но пока не будем, пока не будем. Что, у меня до сих пор не изготовилось укрытие долго?
Хочу сохраниться и пойти на битву. На батл гиеновский. Что с гиены будет падать? Ой, ой, ё-моё. Не, давай тогда вот здесь тебя поставим где-нибудь. Давай вот так вот. Ух ты. Р. Так, сохранились. Что у нас? Нам надо стрелы сделать. Точно, нам надо стрелы с тобой скрафтить. Оружие. Стрелы. Веревка. Ну-ка, мне, я могу еще веревку сделать? Угу. Так. Итого у нас будет... А, у меня 14 стрел. Чего же я так запаниковала-то? Бревно есть. Кожа. Блин, я не выложила кожу. О чем я думала? Все, стрелы есть. Пошли попробуем пострелять в гиен. Копьем я, конечно, лучше пользуюсь. Но... Ой, солнце сейчас будет жарить. Но попробуем именно со стрелами. С пустынными каракатицами у нас довольно-таки неплохо стрелы работали. Возможно, с гиенами тоже нормально. Фишка в другом. Может быть, эти подлюки окажутся трусливыми. Понимаешь? Они же как стаями нападают, тявкают. Вот. А один на один, может, со мной никто не захочет выйти. А их и не видать. А где они? Ага, вон ходит одна. Ну, давай. Ой, жарко. Ой, не стань, мне жарко. А кому не жарко? Мне вот не... О, две. Хрена. Ого. А я говорю, они стаями ходят. Давай вот на это попробуем напасть. О, Херамба! Они лохи! Ну, нормально. Пфф, вообще лихо, да? Стрела отдать, шкуры. Ешкин кот, сколько мяса. Так, давай употребим. Угу. Мне просто места вообще нету. Так, моя золотая, верни, у меня было 3 стрелы. Хорошо, что стрелы возвращаются. Так. Вот это да! Слушайте, ну гиены очень выгодны, получается. И по мясу самые выгодные. Самые невыгодные лягушки. Но они самые простые. Хотя, знаете, гиены оказались тоже довольно-таки несложными. Я одну стрелу промазала. А сейчас вот выживать прям все чудасти и чудасти. Что? Почему отравлено? Как это так? Ё-моё, я отравлена, серьезно? Так, ну побежали домой. У меня есть противоядие? У меня нет. У меня там есть пустынный фрукт. Так, пожалуйста, возьми, выпей водички. Мне надо... Ну, пожалуйста, не умирай! Ну, пожалуйста! Я тебя прошу! Вот здесь я. У меня знак показывает вот сюда. Значит, я точно по нему сейчас пойду домой. Все, мы должны добежать. Держите за меня кулачки, меня траванули. Гиена, получается, какой-то ядовитый сосок в меня в это впендюривают. Я не помню, чтобы они вот... Может, меня скорпион укусил? Я не заметил скорпиона. Да не стани ты, мы бежим. Вы отравлены. Я не отравлена, дух мой не сломлен. Подумаешь там. Я сама скорпиона бы укусила так, что он подох. Ну, добежим. Надеюсь, главное, знаешь что, за барханом увидеть свой... Ага, вот я вижу знак. Все, я вижу знак, значит, нам куда-то туда. Сейчас придем. Успеть. У меня есть, по-моему, пустынный фрукт. Там точно. Однозначно есть пустынный фрукт. Так, если я поставила знак. Я могу еще один знак сделать, указатель? Ну, давай так побежим. Вот туда попробуем. Ну, либо за тем холмом, либо за этим. У меня там точно есть просто пустынный фрукт. И вот эти... Ох, ё-моё. Ага, могу бежать.
Ну, пока жизнь нормальная, пока никак... Ага, все, я выведен. Так а чё ж я убегала-то в ужасе? Вот, смотри. Здесь мы ставим указатель. Давай еще один изготовим. Пусть он изготавливается. Теперь берем все. Вот так классно. Все указатели ведут на исходную точку моего маршрута. Опа, ко мне домой. Во. И по ним прямо ориентируюсь. Я смогу ходить до того оазиса. Это только женская логика так ставит эти знаки отвлечения. Ну, у нас классно получилось. Гиену били. Еда у нас полно еды. Потом вода есть. Противоядие я сделаю, буду с собой носить. Мне нужно добежать до чего? Для чего? Для того, чтобы выложить то, что у меня накопилось в инвентаре ненужного. А что это там? А, не, ничего, показалось. Показалось, что кто-то мои владения шатает. Вот, и это. И, соответственно, слушайте, вот можно вот отсюда поставить. А, ну вот на тот камень, в принципе, ориентироваться. Да? Да, вот на него прям бежать. Туда у меня оазис. Окей, хорошо. И не умерли. Согласитесь. И хоть у нас был этот солнечный день, мы все вполне пережили. Конечно, спасла меня вот эта вот... Как это назвать? Пещера. Да, наверное, это пещера. Довольно-таки удачная пещера получилась. Теперь еда. Давай бревно бросим. Надо что-то прям побольше бревнышков. Смотри, сколько у нас еды должно получиться. Здесь у нас есть бревна. Так, бревен нету. Что у меня? Коготь. Нет, знаешь как? Противоядие. Лекарственное... Мешочек с ядом, пустынный фрукт. Есть у меня мешочек с ядом. Слушайте, ну у меня же точно была... А, я знаю, мешочек с ядом, это надо убить скорпиона. Пошли скорпиона убьем. Вот, где, вот где-то здесь эти вот принцы ходят. Человек-скорпион, покажись, пожалуйста. Я что-то не знаю. А, я знаю, как надо. Надо камушки поднимать. Нету. Под камнями сидят. Так. Нету. Ха. Да ладно. Вот когда вы нужны, вас нету. Когда вы не нужны, вы ходите хвостом своим, шерудите, пугаете меня. А прикинь, нету. Может, они спать ушли, может, они в отпуск уехали. Я без понятия, куда скорпионовская семья делась, но... У нас сегодня классно получилось. Я вообще на самом деле хочу вернуться туда. Хочу вернуться. У нас еще время есть. Да, у нас еще есть время. Ой, это кто идет? Это кто такой идет там ко мне? Косулечка, косулечка, дулечка. Потому что там прикольное место. И мы еще до конца не обследовали его. Там также можно поставить, значит, костер. Поставить вот это вот сундук. И там держать какие-то такие, знаешь, НЗ-шные вещи. Блин. Да ладно, я уже поняла. Чуть-чуть вот, чуть-чуть не хватило. Прям между ног у нее пролетело. Ну, сколько тебе в модели бы пойти? Давай я тебя либо убью. Не, не то, не хочу. Вот тебя копьем. Недолет. Ну что такое? Ну что такое? Я так... Стой. Ага. Ого. Мне казалось, оно ближе упало. Фиг с тобой. Пошли уже спать. Не люблю ночью бегать. Вот. Будет... Вот эта точка у нас есть классная. Но здесь, наверное... Вот мы так сделали. Вот здесь оазис, здесь оазис. Здесь у нас начальная точка была. Там домик такой. Может, стоит в него вернуться. Лягушка. Ну, живи. Фиг с тобой. Вот он. Как вот. Кокос. Стоит вернуться туда, обследовать, что там.
рядом, но там нету ни воды, ничего путного. Так, бревна, давай тогда срубим пальму. Я скоро так все пальмы ухандохаю. Они маленькие, еще не выросли. Прям по духам квакает. В общем, в принципе, у нас есть точка наша, оазиса. Ого, целых два кокоса, чуть меня не убили. Семейство. Можно пойти в другую сторону, да? То есть сбегать к руинам и что за ними находится. Может быть, мы так быстро ушли оттуда. Может, там какие-то подсказки есть. Я очень хочу ткацкий станок. А нету... Ты что? Где Вайя-то? Я не вижу ее. Вот она. Так, стоп. Я имею в виду верстака. Тут нету. Нету верстака. Я не видела его. Как же этот ткацкий станок-то сделать? Посмотрим. Подумаем. Ну, мне понравилось, что сегодня не зря день прошел. Сейчас я вдрублю и спать ляжем. Утром, конечно же, придут эти опять многоножки. А, стой. Подожди. Пить хочешь? Ну, идем хлебанем из луж. Давай, давай, не будем это прикидываться интеллигенцией. Давай, как обычный бедлаган. Мордой упадем в воду и вылакаем. Все, отлично, пошли спать. Видишь, раз луна, два луна. На земле ли я? Все. Спим? Мне сегодня будут сныться гиены. Вы переутомились, поэтому долго не можете уснуть. Наконец, вы впадаете в забытие. Последующие несколько часов сна – настоящее благословение я. Ну, еще бы, с тремя гиенами сразиться. Мне кажется, они всю ночь мне будут сниться, вот этими зубками с вами клацать. Мне понравилось, что они довольно-таки неубийственные. Самые тяжелые – это многоножки. На них просто больше стрел получается, и они больнее кусаются. Но в целом... Опа. Эр, давай наполним. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Мясо доготовилось? Вот так. Все у нас с тобой есть. Добыча. Это вот что? Пустыня успокаивает, защищает от солнца, излечивает солнечные ожоги. Можно ее с собой носить. Я сейчас буду смотреть. Так, молоток мы с собой носить не будем. Потом камни, я не знаю, ну пусть будут. Мы сейчас сделаем из этого веревку. Веревку тоже с собой носим, кожу выложим. Из кожи что-то мы могли сделать. Слушайте, мы что-то из кожи могли сделать, однозначно. Нет, подожди. Вот, рюкзак можно сделать из кожи. Более тяжелые грузы. 6 кожи. А у меня сколько? 9. Ну давай сделаем. А чё бы нет? Вы хотите есть? Да ладно, правда? Благо я это запаслась мяском. Питательное мясо. Офигеть, какое питательное. Что еще нам нужно было для рюкзака? Веревку. Веревку мы сделаем. Я не знаю, мне почему-то так эта игра нравится. Хоть и она похожа на многие другие, где ты просто, ну, как на островах выживаешь, плаваешь, собираешь. Но вот тут мне почему-то прикольно. Не знаю, почему. Может, я вообще пустынный житель? А вдруг я в прошлой жизни была бедуином и просто оказалась в своей среде? И такая, господи, пустыня, мать моя, пески твои я целовала. Круто, круто, что я по ней соскучилась. Мы с тобой наплечную сумку делали, а теперь готовим рюкзак. Как он будет выглядеть? Расширится ли просто наш инвентарь? Или что? Или как? Или где? 6 дней пережито. Благодарю, благодарю. Я сейчас сохранюсь. Так. Еще немного. Вот, еще у нас есть башенка. Используется для навигации. Можно увидеть издалека. После размещения появляется на карте. Ну, в принципе, у нас все появляется на карте. Что я такая прям вот радостная? Ничего такого особенного нету. Но... Знаешь, чем хороша башенка? Давай мы ее построим. Давай мы ее построим в другой стороне. На нее можно забраться. Я так понимаю, она будет высокая. Так, и что? Ох ты ж! Песок в мои гланды.
Вот это у нас инвентарь расширился, ну я счастлива, я очень рада. А, давай срубим пальму, подожди, сейчас смотрим. Давай, вот так вот. А я не могу открыть. Что для башенки нужна? Веревка и бревно, 6 бревен даже. А что, у меня веревки нет, что ли? 4, 2 доступно. А, окей, все, пошли рубить. Пальма выросла за день. Ой, как хорошо. Ну, я тебя, пожалуй, и зарублю. Стоит, ветром колышется. Мне на палатку еще упадет. Ночью предает меня. Чем мы с тобой тут 6 дней выживаем? Опа. Так, это у меня будет 4 бревна. 4 бревна, значит, еще одну палку. Пойдем с тобой в другую сторону. Это мы туда ходили. Вот тут ориентир. Давай куда-нибудь туда пойдем. Поставим башенку. Единственное, что не факт, что поставив ее, мы что-то увидим путную. Может, такие же пески будут. Стоп. А зачем? Вот. Мне показалось, какая-то эта хрень ползет, эта лягушка. Зачем я их собрала? Мне же надо выложить. Все в стебли мне в глаза. Стебли поднимаю. Ну, хоть одну в жопу. Вот, теперь вот так можно сделать. Ага, потихоньку рубим. Быстрый крафт, но удобно, что во время этого ты можешь чем-то другим заниматься. Все, поставил, он там тык-тык-тык, 2 секунды. Чувствую я, что молоток у меня, мой топор скоро сломается. Активно я им очень пользуюсь. Хороший ресурс у него запаса прочности у топора. Ну, я такая была счастливая, что вообще здесь он не ломается. А как-то ломается. Заметьте, пустынные крабы-то не приходят. Чё это? Получили люлей и все. Бошку-то я не смогла отпилить им ни хрена. И знаете, еще нету вот этого семечку посадить. Да нету у меня. Прикиньте. Так, башенка. Все, башенка у нас готова. Предлагаю напиться. Где у нас Нет, стоп, подожди. Че, я башенку не поставила делать? А, башенка изготавливается. Все, изготавливается. А где она у нас появилась? Да, появилась башенка. Еды у нас 4 куска. Можем ли мы взять еще? Что-нибудь приготовилось? Да, еще приготовилось. 4 осталось. Так, куда двинем? Вот там у нас получается наш оазис. Прибежала я... Откуда я прибежала? Вот как понять... Пошли мы на ту гряду взберемся. А может быть тут там лучше поставить башенку? Ну в том плане, что мы будем на нее забираться, сразу видеть те руины. Но здесь ни хрена ничего не видать. Мне кажется, там вообще ничего нету. Хочется поставить ее на возвышенности. Вот к чему я. Не просто на этом, на пологом склоне, а именно на возвышенности, чтобы хоть как-то смысл был от нее. Этот вертухаем быть на пологом этом равнине неинтересно. Давай вот там вот жахнем сразу ее. Думаю, так и сделаю. Мне чем больше ориентиров, тем лучше, потому что я еще тот путанец, я еще та путана, я в двух соснах заблужусь. А-а-а! Фигулины, выдудулины, Слушайте, а если я башенку поставлю, а не это? Так, поставим. А дом никого нет. Они там ко мне побежали. А меня нет. Обманула дураков. На 4 кулаков, блин. Нет никого? Нет. Отлично. Угу.
Вон я вижу мой указатель. О, я вот на эту тогда гряду заберусь. Блин, жарко, 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 жарко. Быстрее восстанавливайся, быстрее выносливость. Смотри, как быстро выносливость восстанавливается. Это отлично сделано. Во многих играх она очень долго восстанавливается. А здесь быстро. То есть тебе нужно чуть-чуть отдохнуть, и она вжух, уже тут восстановилась. Очень удобно. Я так понимаю, что пустынные каракатицы бегут только к моему... Ах, херли вас, две! Бляха, муха! Беги, 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 Лола, беги! Я что-то с перепугу начала шмалять непонятно как. Ребят, 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 мы договаривались дома у меня встретиться. О, три! Три! Да, что, стрелять, стрел нету, что ли? У меня нету жижнёв. Жижнёв нету. Беги, 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 беги. Ёпарасоте. Бляха, муха, дайте мне отдохнуть. Есть. Нет, как так? Ты же должна, падла, была умереть. Ну, против трех я вообще не была готова. Что, я сейчас умру. Жрете, подлюки. Три! Три! Да я вообще просто шла на разведку. Когда меня пустыня поглотила. Меня не пустыня, мать его, поглотила. Меня эти твари поглотили. Тараканы гребаные еще дожирают мне своими хитиновыми щупальцами. Да как против трех-то? Да вы чё? Ладно, погнали. А сколько мы играем? Давайте на этом остановимся, что ли. Подожди, давай я загружусь. И там остановимся. Короче, дело, мать его, к ночи. Получается, они в любой момент времени могут появиться там, где я. Мне проще их сейчас подождать. Этих трех так вот нарубить. И потом уже устанавливать башенку. То есть у нас сейчас по факту мы должны крафтить стрелы. Подготовка у нас идет к битве. Мы должны крафтить стрелы. Сколько можем сготовить? Вот. И будем с тремя биться. Что у меня это, зима на радость не идет. С тремя биться будем. Сколько у меня? 24. Я нахрен 29. Я полтинник заготовлю. Ух, как меня не взбесили. Я что-то поначалу кипишнул. Че я кипишнул, спросишь? Да на ноги. Ноги в песке. Песок горячий. У меня пятки за этим прям накалились. Мне им больно. И тут они выпрыгивают. Мне страшно. Короче, разум за разум зашел. И все. И как-то вот так вот это все произошло. В общем, в следующей серии мы ждем, когда к нам приползут три сороконожки, тройной фаталити, блин, будет. А, вот, и мы их убиваем. И уже дальше идем использовать эту башенку, гребаную башенку. Может, мы ее здесь поставим? Подумаем. Спасибо тебе огромное за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком, пожалуйста. Пиши комментарий, подписывайся на канал. До встречи в следующей серии. Пока-пока.